А, понятно. Слушай, Кость, такой вопрос. Ты завтра в первой половине что делаешь? В смысле, занят, не занят? Уж помощь нужна, я завтра тещу хороним. А мне нужно, у меня 3 человека всего в гроб нести. Четвертый нужен. Да, ну давай, я тебе чуть... Давай, хоп, на связи, или я наберу тебя.